Окей, друзья мои, 5 часов у нас в Германии, и у вас 7 часов вечера. Добро пожаловать на мою страничку, в мой кабинет, на презентацию нашего замечательного элитного клуба Inclusus. Меня зовут Яэль Франкфурт, и я сейчас еще буквально через несколько минут начну свою презентацию, потому что очень хочется, чтобы максимальное количество людей все-таки на ней присутствовали, хотя я знаю, что будет запись, но пытаюсь всегда максимально постараться сделать для всех возможным. Итак, еще раз добрый вечер. Добро пожаловать в мой кабинет. Меня зовут Яэль Франкфурт, и сегодня я вам буду рассказывать информацию об очень интересном, эксклюзивном, элитном клубе морских путешествий Inclusus. Что такое клуб Inclusus? Почему он элитный и круизный? Обо всем об этом сегодня в нашем замечательном вечернем эфире. Добро пожаловать вам всем. И я хотела бы объяснить вам, почему разговор вообще пойдет о круизах, почему вообще говорим в нашем клубе о круизах и только о них, и почему об этом необходимо знать. Я не знаю, насколько вам известно, что круизный клуб, круизные путешествия во всей палитре путешествий мира являются самым элитным способом передвижения и путешествия. Я в системе путешествий работаю уже последние 25 лет. У меня своя туристическая компания в Берлине, и, конечно, о путешествиях я знаю не понаслышке, знаю, что такое путешествие, и для меня было очень важным в этом клубе, главное, то, что для меня было очень важным, это выбор возможностей, друзья мои. Вы знаете, вот этот выбор возможностей, это, наверное, основное, что привлекает в нашем замечательном клубе, элитном. Почему мы говорим о круизах? Мы говорим о круизах, потому что круизные путешествия – это, наверное, самый такой, скажем так, рафинированный образ путешествий. На круизах вы имеете возможность не только видеть пару стран за одно время, которое вы себе выбрали, но также вы имеете возможность реализовать себя во время, развлечь себя вечером или днем. Постоянные театральные шоу, музыкальные представления, мастер-класс, дискотеки для всех возрастов, ночные клубы, вечеринки с капитаном и так далее, и так далее. Все это дает вам неограниченную возможность, которую вы можете себе позволить в случае того, если вы один раз купили свою путевку и пошли в путешествие. То есть мы говорим с вами о том, что круизы – это выбор. Круизы – это выбор ваших возможностей. Наш клуб дает вам выбор, и поэтому сосредотачивается именно на круизах, потому что на круизах есть выбор. Если вы хотите активно поотдыхать, обычно это очень хотят мужчины, то в этом случае у вас есть, конечно, тоже разные возможности на кораблях. Это и скалолазание, ледовые катки, фитнес-центры, клубы, аэротрубы, теннис, гольф. И таким образом, посещая корабль, путешествие, вы в этом путешествии найдете для любого члена вашей семьи всегда любые возможности. То есть, будь то спорт, будь то вечернее шоу или какое-нибудь интересное мероприятие, на любом из них у вас есть выбор. Мы говорим сегодня о том, что также касается детей. Вы можете взять любой маршрут с собой на любой круизный лайнер, также и детей. Но при этом ваши дети до 12 лет, трехлетнего возраста, могут быть в клубе, где ими будут заниматься, их будут развлекать. Там есть игровые автоматы, бассейны, автодромы, ледовые катки, аквапарки. Все, что душе угодно. И самое главное, всем этим занимаются супераниматоры, и дети вообще не хотят возвращаться из этого замечательного клуба. Опять же, мы говорим о том, что до трехлетнего возраста вы тоже можете привести туда детей, но в этом случае детей надо сопровождать. Таким образом, попадая на любой лайнер, у вас есть возможность выбора, как качественно провести вечер, как провести спортивный досуг, куда деть ребенка, если вы хотите, чтобы ребенку тоже было интересно и здорово, и, как говорится, вам свободнее. А также, конечно, можно поговорить, стоит поговорить о питании на лайнерах. Почему мы говорим все время о том, что круизы – это особенный отдел? Почему мы говорим все время, что круизы – это фешенебельно, это потрясающе, это очень инвестированная бранжа, потому что даже вот смотрите на питание, да, это не просто буфет или шведский стол, к которому мы привыкли в своем all-inclusive путешествии, но это еще и разнообразие фешенебельных ресторанов, пиццерий, бар, кафе. Я совершила такое путешествие в апреле этого года. Хочу вам сказать, что даже времени нет попасть абсолютно везде, потому что у вас 24 часа по всему порту развлекают, у вас есть возможность и поесть, и выпить в любом месте, которое вам предлагает разнообразные лайнеры. Таким образом, если вы хотите просто в шортиках или в свободной одежде пойти поесть, у вас 24 часа буфет, а если вам хочется перекусить в красивой вечерней одежде, чтобы вас обслуживал официант, то это тогда может быть ресторан, которых тоже несколько. И все это, друзья мои, за те же деньги, которые вы заплатили за путевку. То есть, платя один раз, вы имеете вот эти
получите все великолепные возможности, если вы путешествуете именно этим видом отдыха, видом транспорта, как лайнеры. То же самое касается размещения. Если мы берем обычную путевку, едем в какую-нибудь страну, неважно в какую, то мы в первую очередь смотрим, конечно, на цену, во вторую очередь мы смотрим, конечно, на отель, и выбираем себе то, что можем позволить. Как правило, это все-таки 2 или 3 звезды. В этом случае у нас есть какая-то минимальная цена, в Европе, скажем, это 50-60 евро с завтраком. В случае круизного путешествия вы имеете возможность взять любой лайнер по вкусу. А мы говорили с вами о том, что наш клуб создан на базе выбора, огромного выбора возможностей, друзья мои. И вы имеете 5000 маршрутов и 16 пароходств. В парке этих пароходств есть огромное количество лайнеров. Так вот, какой бы лайнер вы ни выбрали, то есть будь он 5 звезд, будь он 4 звезды, на любом из этих лайнеров вы всегда найдете разные виды кают. Это и есть ваше размещение по звездам. То есть это будет внутренняя каюта, или это будет с окном каюта, с балконом, или даже люкс. В этом случае при заплаченных деньгах, которые вы можете себе позволить, вы все равно получаете комнату на лучшем фешенебельном лайнере. В ней есть и туалет, и душевая, и сейф, и телевизор, и холодильник. То есть у вас есть выбор за ваши деньги. И вы можете себе позволить это на разных уровнях, но на одном и том же лайнере. Это очень важно понимать. Говоря о безопасностях, мы часто очень слышим, что люди боятся путешествовать на кораблях и говорят, что это небезопасно. Друзья мои, ну тут у нас есть четкое уже утверждение. ЮНЕСКО объявила морские путешествия самым безопасным видом отдыха. Поэтому, попадая на такие лайнеры, вы настолько попадаете в мир, оснащенный высоким уровнем технологий, профессионально обученным персоналом, и еще и с подтверждением ЮНЕСКО, то у вас не должно возникать вообще каких-либо вопросов про то, безопасно ли здесь. Здесь самое безопасное место. Таким образом, то, что я положила в основу, почему наш клуб основан на путешествиях именно круизных, потому что это комфорт, потому что это ваш личный отель по всему миру, это экономно и удобно, так как мы с вами только что рассказали, что у вас есть там и возможность отдыхать, и путешествовать, и свой досуг как-то провести. А мне надо брать такси и ехать куда-то, все под рукой. У вас есть активный образ, который вы можете провести и отдых, от беговой дорожки до хорошего тенниса или гольф-клуба, не говоря уже о большом количестве бассейнов и так далее, и так далее. Также у вас есть детские клубы. Получается, что это ваш личный отель по всему миру. Это экономно и удобно, потому что вы платите один раз за путевку и имеете это разнообразие и доступность. Таким образом, вы также еще можете увидеть много стран за короткое время. Поэтому наш клуб ориентируется именно на круизном путешествии и говорят о том, что такого больше нет нигде. Действительно, такой роскоши вы не найдете ни в одном секторе туризма. По статистике, сегодня туристический поток на круизном рынке составляет порядка 30 миллионов человек, друзья мои. Это всего лишь навсего 1% от общего количества людей. А к 2040 году ожидается увеличение до 3,5 миллиардов человек. Вы представляете, что на самом деле происходит сегодня на рынке? Это лишний раз подтверждает, что отпуск круизный, он 30-50% дешевле, чем классический. Я вижу, что зашло еще очень много новых людей. Друзья мои, поставьте единички, чтобы вам меня слышно и видно. Мы говорим сегодня про круизные путешествия, мы говорим сегодня про наш замечательный элитный клуб «Инкрузес». Поставьте, пожалуйста, единицы, как меня слышно и видно. Если вы смотрите эту передачу, этот эфир через ваш телефон, то выставите его так, чтобы видеть не меня, а видеть экран, потому что на нем идет презентация. Видно ли презентацию, друзья мои? Поставьте единицы, видно ли презентацию, или вы смотрите на меня. Окей, супер, продолжаем. В таком случае мы говорим о том, что статистика подтверждает сегодня, до 2026 года будет вставать на воду еще порядка 100 судов. Представляете, насколько инвестировано, насколько рафинирована эта бранжа, насколько мы не должны вообще думать о том, что это в ближайшее время закончится, это только начинается. 53 миллиарда долларов инвестируется в круизную отрасль, еще будет инвестировано. И поэтому по статистике 81% туристов возвращаются обратно после того, как один раз мы бывали в таком изобилии и в таком бесподобном путешествии. Итак, друзья мои, мы говорим с вами сегодня о клубе «Инкрузес», американский клуб, который существует на рынке уже, вот в январе будет 5-й год, и с большим успехом путешествует сегодня по 185 странам мира. То есть наш клуб сегодня из 185 стран мира. Мы имеем выбор и прямые контакты со всеми, абсолютно со всеми судопароходствами. 16 мировых судопароходств сказали нам «да». И также у нас есть выбор маршрутов 5000 в год. Это неимоверно много. И мы говорим с вами, что наш клуб предоставляет те возможности. Единственный в мире клуб, который предоставляет возможности
которых просто больше нигде нет. И поэтому, приглашая в этот клуб людей, можно не сомневаться, что мы здесь единственные в своем роде, и мы даем людям возможность отдыха с огромным количеством выборов. Основатель и президент компании InCruises Майкл Хатчесон, известный миллионер, известный и уважаемый публичный человек в США, мотивационный оратор, предприниматель и, самое главное, друзья мои, финансовый адвокат, который создал фирму, создал нашу компанию, исходя вот из того, что мы будем приглашать людей на вот эти замечательные путешествия на лучших лайнерах мира, также вложил в наш клуб огромную миссию. Наша миссия – это помочь людям изменить жизнь, помочь людям больше путешествовать и, главное, дать возможность людям быть наравне с другими, такими же, как они. То есть даже для тех, кому казалось это невозможным, наша система дает возможность рассрочки, наша система дает возможность увеличения покупной стоимости путешествия, и также наша система дает возможность путешествовать и зарабатывать деньги. Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, Майкл Хатчесон является также партнером популярнейшего мотивационного спикера Тони Робинсона в компании «Университет мастерства». Этот человек написал много книг, у него свое телевидение, живет он во Флориде, и вообще удивительный человек, по которому хочется долго и рассказывать. Многие из нас уже его видели. Я его увидела первый раз в жизни, вот на фотографии я с ним, когда он меня награждал моим безоплатным членством, которое тоже у нас есть в клубе, чтобы получить это безоплатное членство, то есть чтобы компания за вас платила, а вы путешествовали, нужно привести в компанию 5 человек, про это мы поговорим позже. Вот здесь я, в этот момент, когда Майкл Хатчесон награждает меня, а в дальнейшем Майкла Хатчесона, конечно, я видела еще несколько раз при награждении меня уже сертификатом маркетинг-директора, а позже сеньор-маркетинг-директор. Это удивительный человек, который, когда тебя видел один раз в жизни, тебя помнит, тебя знает, к тебе обращается, запоминает он каждого, с кем ему удалось в жизни столкнуться. Аура потрясающая, харизма не отнять. Человек, который думает о каждом из вас и приглашает в свой клуб, болеет за вас всей душой. Это очень важно, потому что именно с таким человеком в компании такого человека ты можешь быть спокоен за то, что ты делаешь. Мы говорим о компании InCruises, как она самая, что ни на есть, легальная компания. Поэтому, пожалуйста, если вы здесь сегодня впервые, поставьте пятерочки тех, кто сегодня слушает презентацию первый раз. Если здесь гости, поставьте, пожалуйста, пятерочки. Так вот, компания InCruises не просто легальная компания, но мы являемся полноправным членом Ассоциации круизных линий CLIA. Друзья мои, ни одно уважающее себя судно в мире, ни одно судно, которое идет на воду, не имеет права своего пути, пока оно не будет зарегистрировано как член Ассоциации круизных линий CLIA. Теперь задумаемся. Компания InCruises тоже зарегистрирована официально как член круизных линий CLIA. Вот под этим номером, пожалуйста, можете сфотографировать. О чем это говорит? Это говорит о том, что компания абсолютно легальная, компания абсолютно прозрачная, компания, которая подает вам возможность, вот эту неограниченную возможность путешествий по миру, по гибкой системе скидок и по гибкой системе возможностей, которые в данном случае абсолютно неограниченные. Вы путешествуете, вы видите мир, вы берете с собой своих родственников, у вас есть возможность платить рассрочку, у вас есть возможность накапливать здесь деньги. И, естественно, у вас есть регистрация в 6 штатах Америки, в тех штатах, в которых она нужна. Получить регистрацию в штатах Америки или в Европе весьма сложно. И поэтому, получив такую регистрацию аж в 6 штатах Америки и в нескольких городах Европы, мы можем быть совершенно спокойны, что компания легальная, что компания прозрачная и что компания, которой можно верить. Также мы имеем гарантию вклада денежных средств Trust My Travel. Что такое гарантия Trust My Travel? Вот ее номер, можете его тоже сфотографировать и записать. Это гарантия, что за те деньги, что вы покупаете свое будущее путешествие, вы обязательно в него уйдете. Что это значит? Это значит, что до сегодняшнего дня, друзья мои, покупая билеты на самолет, покупая путевки, вы такой гарантии никогда не имели. Я вам гарантирую, потому что я в туризме больше, чем 20 лет, и точно знаю, что таких гарантий нет ни в России, ни на Украине, ни в Германии, ни в Израиле. Гарантия, которая дает вам право, в случае, если ваше путешествие не состоится, иметь возможность получения обратно ваших денежных средств. И эта гарантия не просто так, это гарантия Барклей-банка. Барклей-банк находится в Лондоне, это один из самых старейших банков мира, ему уже более 300 лет. Так что мы говорим с вами о том, что мы в легальной, прозрачной, замечательной компании, которую признали все системы оплат мира. Это и Visa, и MasterCard, и American Express. У нас в клубе вы можете оплачивать свое будущее путешествие даже криптовалютой, которая признана и подтверждена. Таким образом, вы сами понимаете, что система оплат и эти все
кредитные возможности не дадут никогда в жизни компании, которая чем-либо нелегальна. Поэтому мы абсолютно прозрачны, легальны и транспарентны. У нас есть система налогообложения для тех стран, где это нужно. И вы заходите в этот бизнес или вы заходите в этот клуб путешествий абсолютно с гордо поднятой головой и честными глазами. И самое главное, чтобы это о том, что наша компания легальна и доступна, это доступность бронирования и признания всех круизных пароходов. Понимаете, да? 16 пароходств мира сказали нашему клубу «да», дали нам прямые договора, и мы можем приобретать напрямую любые возможности этих кораблей. Все это говорит о том, что компания «Грузос» легальная, прозрачная, и вам здесь не о чем даже думать. Что такое ведущие круизные линии мира? Ну, многие из вас еще даже никогда не были в путешествии, возможно, не знают. Ну, вот некоторые из них, которые вот здесь написаны, это очень известные мировые судопароходства. Через нашу систему бронирования вы имеете любые путевки вот напрямую с этих самых ведущих круизных линий. Друзья мои, что такое, я вам уже сказала, что у нас очень много вложено в компанию не только путешествия, но еще и миссии. Да? То есть мы даем, благодаря нашей замечательной системе, возможность людям с разным достатком отдыхать по самым низким ценам нашей клубной системы. Мы предоставляем услугу круизного отдыха по всему миру. Мы сегодня есть уже почти в 185 странах. И мы мы увеличиваем количество круизеров со всего мира через наш клуб, мы не накручиваем проценты и не спекулируем на этом. Таким образом, помогаем огромному количеству людей изменить свою жизнь, сделать ее более достойной и качественной. Вот в чем миссия клуба «Инкрузес». В этом случае мы говорим о том, что мы не попали не просто в мир путешествий, вы еще и даете возможность себе и другим качественно, в разы лучше изменить и наполнить свою жизнь. Что такое членство в клубе «Инкрузес»? Членство в клубе «Инкрузес» у нас существует по двум системам. Первая система – это быть просто путешественником, который, решив зайти в наш клуб, попадает сюда просто по приглашению кого-то, кто уже в клубе является партнером. Друзья мои, наш клуб нельзя зайти просто так, наш клуб вас должны пригласить. Мы об этом знаем и всегда говорим, что клуб закрытый, элитный, с огромными возможностями только для тех, кто в него зашел. Итак, когда вы в этом клубе, вы в него ходите абсолютно бесплатно, что тоже удивительно, потому что мы знаем, что есть очень много разных других клубов, где, чтобы зайти, нужно обязательно заплатить какую-то вступительную сумму. В наш клуб, в систему путешествий, вы заходите абсолютно безоплатно, вас приглашают сюда кто-то, кто уже имеет реферальную ссылку, и вы методом просто скачивания на телефон мобильного приложения имеете в кармане свою систему бронирования. То есть вы попадаете в ситуацию, что в любое время дня и ночи у вас есть возможность подойти к компьютеру или в телефон и выбрать себе будущее путешествие из 5000 маршрутов в год. Оплата будущего путешествия у вас проходит в рассрочку. А почему вот лично меня, человека, который в туризме больше 20 лет, зацепил этот момент? Когда мне про это рассказали мне, и я решила за 15 минут пойти в клуб, первое, что меня притянуло, как специалиста, это выбор. Выбор 5000 маршрутов, друзья мои, это реально много. Потому что 5000 круизных маршрутов вам не предложит ни одна система бронирования по всему миру. Ни одно туристическое агентство, ни один туроператор не предложит вам сразу 5000 возможностей маршрутов. Тем более с такими огромными скидками. Поэтому для меня, для профессионального человека, было важно увидеть вот эту палитру настолько разнообразную, что я за 15 минут сказала «да». Что произошло дальше? Дальше мне объяснили, что путешествия, которые мы будем покупать в будущем, мы можем покупать в рассрочку. Система рассрочки очень многим знакома в Америке, очень многим знакома в Израиле. Но в России, Украине или Германии, по всей Европе система рассрочки еще не особо такая вот распространенная. Поэтому, когда вам говорят, что вы получаете рассрочку, и вам надо закладывать на свое будущее путешествие, грубо говоря, $100 в месяц, эта система рассчитана на среднестатистического человека. Исходя из того, что человек, который любит путешествовать, отдыхает где-то на сумму $1500 в год с семьей и может себе это позволить, и тут ему предлагают платить эти $1500 в рассрочку по $100 в месяц, ни больше и не меньше, то это вообще как бы круто. Но если мы платим $100 в месяц, нам предлагают в клубе также накопительную программу. Закладывая $100 в месяц, человек получает
200 круизных долларов за каждые свои 100 долларов, покупку 200 круизных долларов в месяц. Что это означает? Это означает, что вы приобретаете круизную валюту, которая запатентована и признана всеми круизными судопароходствами. Друзья мои, вот тут тоже очень прошу правильно понимать и запомнить, что этой валютой мы расплачиваемся дальше за свое путешествие. То есть вы положили свои деньги, обратно мы берем только путешествие, и это круто. Очень многие люди, которые зашли ко мне в клуб, в мою систему, в мою команду, сегодня говорят мне спасибо, потому что, к сожалению, откладывая деньги под подушку или даже где-то собирая их в какой-то мешочек, и в первом удобном случае, когда вам надо что-нибудь другое, куда мы лезем? В этот мешочек. В случае, если вы начинаете собирать по 100 долларов на свою будущую поездку для своей семьи, вот специальный аккаунт в интернете, куда вы это делаете методом через кредитную карточку или переводом со своего счета, вы откладываете эти деньги на путешествие, и забрать вы можете только путешествие, и в этом есть очень большой смысл. Но, закладывая по 100 долларов каждый месяц и увеличивая эти деньги в два раза, вы имеете потрясающую систему, накопительную систему от клуба Incruzus. Человек, который складывает по 100 долларов каждый месяц, то есть за год 1200 долларов у него накапливается, он получает в итоге за каждые 100 долларов по 200, и если он собирал целый год 1200, у него на счетчике 2400 долларов круизных. И есть система, которая говорит, что если вы в этом клубе находитесь первый год, вы имеете право использования 60% от удвоенной суммы. Друзья мои, вы заложили в компанию 1200 своих долларов, получили 2400 долларов, а забрать вы можете на первое путешествие 1440. Представляете, вы увеличили покупную стоимость за свою рассрочку. То есть вам за рассрочку не пришлось платить проценты в банк, а вам компания платит 20% годовых за то, что вы в ней держите деньги. Услышите, это грандиозно. 1200 долларов вы положили за год, 2400 у вас на счетчике. С этих 2400 60% составляет 1440, вы можете поехать уже со своей семьей. Хорошее путешествие, помним, да? 1500 долларов, но в рассрочку. Но интерес компании в том, чтобы остаточную сумму в 960 круизных долларов, которые у вас остаются, 2400 отнимите 1440, 960 круизных долларов ждут вас после возвращения. У вас опять есть деньги на будущий круиз, и вы дальше платите по 100 долларов. И в этом случае во второй год вы можете пользоваться уже 70%, третий год 80%, четвертый год 90%. Таким образом, вкладывая по 100 долларов каждый месяц, ваша покупная стоимость каждым годом увеличивается. Вы постоянно имеете 20% каждый год больше на свой круиз, плюс подарочная остаточная сумма на следующий. Представляете, система гениальная, система неподражаемая, система, о которой нечего думать. За 15 минут я приняла свое решение, что я увидела вот этот выбор, я увидела гибкую систему рассрочки и гарантии, о которых мы уже сегодня говорили. Я увидела гарантии, которые позволяют мне не бояться, что мои деньги пропадут, а главное не бояться, что я нахожусь в какой-то непонятной компании, потому что у меня есть 2 недели возврат и гарантия денег. Если вы занесли свои 100 долларов сегодня и решили зайти в клуб путешествовать, и если в течение 2 недель вам вдруг перехочется, вы можете забрать обратно свои 100 долларов. Первые 2 недели компания ждет вашего решения, что тоже говорит о том, что компания надежная, что компания проверенная, что компания очень классная. Вот эта возможность дается тем людям, которые пришли в наш клуб для того, чтобы просто стать путешественниками. Скажите, пожалуйста, поставьте мне, пожалуйста, 8-ку, если вам откликается все, что я говорю, и все более-менее понятно по первой системе, поставьте 8-ку, пожалуйста. Мне нужны ваши 8-ки, чтобы я знала, что вы меня слышите, видите и воспринимаете информацию. Друзья, спасибо большое. Это была первая возможность в нашем клубе. Но мы знаем о том, что наша компания дает также возможность людям не просто путешествовать, а путешествовать безоплатно, путешествовать и зарабатывать деньги, причем очень приличные. То, чем занимаюсь, например, я. Я стала не просто путешественником этой компании, а я, услышав вторую возможность, партнерскую систему, моментально выбрала ее. И 12 января 2018 года я стала партнером компании Incruzus, в которой мне было рассказано, что я через год, или даже через полгода, или через 2 или 3 месяца могу путешествовать уже вот такими замечательными накопительными возможностями. А если я хочу путешествовать безоплатно или открыть бизнес в индустрии туризма, а у меня уже есть бизнес в индустрии туризма, то я могу при этом начать также безоплатно путешествовать или зарабатывать деньги. И тут, конечно, включилась я моментально, потому что я поняла, что самое главное за всю свою рабочую жизнь мне еще никогда не удавалось
путешествовать абсолютно безоплатно, а еще и путешествовать и брать свою семью безоплатно, вот этот момент включил меня полностью. За 15 минут я приняла решение и вошла по второй системе. Что такое вторая система? Вторая система, она дает нам возможность не просто зарабатывать, не просто складывать деньги по накопительной системе, а дает нам также возможность, я уже сказала, бизнеса. Если в первом случае вы собираете как путешественник по $100 в месяц, накапливаете и путешествуете, то по второй системе вы, получается, должны будете одноразово заплатить $195. $195 – это одноразовая оплата вашей лицензии на право наш клуб предлагать. То есть у вас есть две системы. Первая – отдых и путешествия, и никому ничего вы не должны делать, а только отдыхать и накапливать больше, чем положили. Вторая система – вы покупаете партнерскую активацию. Стоит она один раз в год $195 только в первый год. Во второй год она стоит $95. Теперь посмотрите, вы заплатили фактически первый раз $100 за то, что вы будете путешествовать, а вторая сумма – 195 одноразовая лицензия. То есть первый ваш платеж составляет $295. За $295 вы получаете право распространять наш клуб и приглашать этот клуб неограниченное количество людей. Плюс вы получаете поддержку, прекрасный кабинет, вот такой кабинет, через который сейчас я вам вещаю. Также в этом кабинете у вас есть все инструменты от визитной карточки до маркетинг-плана, которые вы можете показывать тем людям. Вас обучают известные коучи, у вас есть система курсов, у вас есть система, которая показывает вам разные материалы. Ваши помощники – это мы, наставники, которые вас пригласили. То есть вы полностью за $195 получаете бизнес под ключ, в котором не нужно ни платить никаких съемов помещений, вам не нужно оплачивать работу ваших сотрудников. Вы имеете свой бизнес в своем кармане или у себя дома на компьютере, и это абсолютно круто. В этом случае вы имеете возможность начать зарабатывать 5 способов заработка. Друзья мои, все, кто здесь присутствует сегодня, наверняка уже где-то в каком-то бизнесе или были, или находятся, или, может быть, уже слышали. Я за свою деятельность всю, да, всю жизнь работаю только на саму себя. Скажу вам честно, 5 способов заработать денег я еще ни в одном бизнесе не видела. Потому что у вас есть возможность зарабатывать в клубе 5 раз. Что такое заработок 5 раз? Вы, попадая в клуб и покупая лицензию за $195, начинаете просто приглашать туда таких же, которые сами. Вот и вся наша работа. Как вы будете это делать? Будете ли вы это делать знакомым, незнакомым людям? Будете ли вы это делать холодными контактами через онлайн-презентации? Это не имеет значения. Самое главное, вы ничего не теряете, потому что вы заплатили $100. На вашем счетчике есть уже 200 круизов на ваше путешествие. Вы купили лицензию за 195, и вы начинаете приглашать своих будущих партнеров. Клуб. За каждого человека, которого пригласили на путешествие, то есть люди, которые не собираются работать, вы будете одноразово получать за них моментально за 2 часа по $20. То есть пригласите человека путешествовать и за него получите сразу за 2 часа $20 в прямой линии. Вам компания выдает специальный электронный кошелек, и в этом случае у вас два наполнения, одно круизное, другое за кошелек. И на кошелек вам выводятся вот эти деньги за 2 часа. Если вы начинаете приглашать людей, которые, как и вы, хотят путешествовать и приглашать других людей, и тоже покупают активацию, то вы за этих людей будете получать от $50 до $150 в один календарный месяц. То есть от первого партнера до 10-го партнера, если вам удалось пригласить в месяц, то у вас заработок от $50 до $150. Друзья мои, вот если вот такое предложение вам дается, как от него можно отказаться? Я согласилась за 15 минут. В первый же месяц я привела, конечно, всех 5 людей, потому что мне было понятно, что я не хочу платить $100 больше. Компания обещает мне, что если я приведу 5 человек, или путешественников по $20, или людей, которые будут зарабатывать, как и я, то мне мгновенно заплатят за них от $50 до $150. Естественно, я пригласила этих 5 человек и мгновенно получила сертификат безоплатника. Сертификат безоплатника – это гарантированные путешествия на сумму $2400 круизных долларов в год. С того момента, как вы пригласили в нашу замечательную компанию 5 человек и больше, с 5-го человека вы больше не платите $100 в месяц на путешествие. То есть вы пригласили 5 человек, компания начинает платить за вас. Но если вам удалось, как мне, в первый же месяц пригласить 5 человек, или какой бы месяц пригласить по 5 человек также
в один календарный месяц вы будете получать продюсерский бонус. Это еще по 250 круизных долларов туда, в круизную кассу, на будущее путешествие. Таким образом, вы приглашаете первую линию своих друзей, знакомых и незнакомых людей и начинаете помогать им делать то же самое, чем наш бизнес отличается от других сетевых бизнесов. У нас нет ограничений, друзья мои, ни по ширине, ни по глубине. Вы можете приглашать в первую линию хоть 100 человек, вас никто не ограничивает. Вы, приглашая своих в прямую линию, начинаете помогать им развивать, потому что они тоже хотят либо отдыхать, либо безоплатно отдыхать. Поэтому, пригласив таких людей, больше чем 5 человек, вы получаете сертификат безоплатника и начинаете помогать также им развивать компанию. Если эти люди в неделю приводят каких-то своих людей, например, Наташа, Маша и Даша привели 1, 2, 3 человека, у вас есть возможность получения еженедельного бонуса, мечинг-бонуса, который выплачивается у нас каждый понедельник вам тоже на вашу электронную карту, если вы пригласили в неделю своего одного человека. То есть пригласите одного человека в неделю, помогите вашей команде пригласить еще несколько человек и зеркально заработайте все то же самое, что зарабатывают они, называется это чек от чека, мечинг-бонус. Таким образом, команда растет, и рано или поздно вы приходите к тому, что ваша команда разбилась до 30 человек, и вы становитесь маркетинг-директором этой компании. Вы начинаете, имеете 30 человек, вы начинаете получать ежемесячную зарплату 10% от оборота, который вы смогли привести в компанию. Представим, что у нас 30 человек, умножаем это на 100 долларов, итого 3000 долларов вы приводите своим присутствием в компанию заработка, вам компания щедро платит. То есть те, кто дошли до 30 человек общим числом, или прямым, или общим числом, начинают зарабатывать теперь уже 300 долларов поставить доходы каждый месяц. Друзья мои, это гениально. Когда я зашла в компанию, у меня не было идеи зарабатывать деньги. Я хотела безоплатного отпуска для себя и для своей семьи, или хотя бы с большими скидками. Но когда я зашла и получила моментально за один месяц 2400 гарантий, как вы думаете, что я сделала? Да, конечно, пятым пригласила своего супруга. И, конечно, ему мы тоже нашли 5 человек. И на нашу семью мы имели 2 безоплатных членства, то есть 2 раза по 2400. Далее мы начинаем развивать команду, И я понимаю, что ровно через полгода я уже маркетинг-директор, понимаете? Это не было быстро. Я сегодня, имея те знания, которые у меня есть сегодня, конечно, дошла бы до этого намного быстрее. Но в тот момент я понимала совершенно четко только одну вещь, что я хочу отдыхать. Меня включили на отдых, меня включили на возможность отдыха. И тут за полгода у меня команда через 30 человек, я маркетинг-директор и 300 долларов в месяц. Вот тут я включилась на бизнес. Полностью, то есть абсолютно четко понятно, что бизнес он гениальный, бизнес он возможный, и человек начинает распространять эту идею в массы и приглашать новых и новых людей, помогая своей команде расти. И если после 30 человек у вас появилось у кого-то уже опять 5 человек после 30 человек, новая пятерочка, эта пятерочка разблокирует вам пассивный бонус. Пассивный бонус – это еще 5 долларов с каждой повторной оплаты всех членов каждый месяц. Друзья мои, этот пассивный доход капает вам по часам. Получается, что вы постоянно зарабатываете деньги. Вы зарабатываете деньги каждые 2 часа, если вы приводите новых партнеров. Вы зарабатываете каждую неделю деньги, если вы помогаете команде работать. Вы зарабатываете каждый месяц, если вы привели больше, чем 30 человек, и вы зарабатываете 10% от общего оборота. И если вы привели, конечно, уже дальше 35, 40 и так далее, пассивный доход открылся. У нас 7 возможностей, 7 ступенек заработка. От маркетинг-директора до борд-директора. И до борд-директора мы имеем возможность в этом случае, также еще имеем 5% от общего оборота всей компании нашей, да, на мировых продаж. Таким образом, у нас открываются перспективы. Перспективы вот тех заработков, которые я вам сейчас рассказала. И если нам удается открыть этих 30 человек за первые 3 месяца нашего входа в Inclusus, нам дают еще денежки, которые называются быстрый старт-бонус. Это еще по 700 долларов каждый месяц, общей стоимостью 200 наличных денег, которые вам кладут на карточку, если вы смогли за 3 первых месяца набрать 30 человек в команду. Но это должны быть партнеры, которые зашли в команду за 195 долларов лицензии. Вот наш лидерский уровень, наша радуга, которую мы все очень любим. Маркетинг-директор – это 30+. Это приблизительно 300 долларов пассивного дохода и 300 долларов лидерского бонуса. Вот приблизительно так выглядят наши зарплаты. На сегодняшний день я сеньор-маркетинг-директор. У меня больше, чем 100 человек в команде.
и мои заработки выглядят соответствующим образом. Сегодня я строю свою команду и хочу и надеюсь, что я приду к региональному директору в ближайшее время. Все можно делать красиво, качественно, спокойно, без паники, потому что мы в лучшей компании мира, которая действительно надежная, которая платит, которая исполняет свои обещания. И зайдя сюда в январе 2018 года, я еще ни на минуту не пожалела о том, что я здесь, потому что за это время мне удалось уже сходить в одно путешествие со всей своей семьей, две каюты в апреле месяце. И сейчас я купила следующее путешествие, которое я собираюсь совершить в июле месяце. То есть, представляете, на семью я смогла заработать порядка 10 тысяч долларов на путешествие в год на мою семью. Можете себе представить? Безоплатного путешествия. Плюс хорошую зарплату, которая мне капает каждый месяц. Но если вам удается дойти до члена совета директоров, седьмая ступень, борд-директор, у нас там уже 8 человек, то вам также еще дают 5% прибавки от всего мирового оборота. Здесь у нас 8 человек, и это действительно люди, которые на наших глазах поднялись, даже когда я пришла в компанию, эти люди зарабатывали по 20, по 15 тысяч долларов. Я видела впервые Ольгу Ротниченко, которая стояла на сцене именно в Германии, она получила свой первый чек на 100 тысяч долларов. Именно в Германии Майкл наградил ее званием борд-директора, что она им стала, поэтому все это было на глазах. И тогда, конечно, была только Ольга Ротниченко, а сегодня, вы сами знаете, у нас уже очень много с наших постсоветского хотя бы пространства людей, которые сегодня разделяют этот потрясающий уровень. Итак, как получить заработанные деньги? Они у нас заходят через визу, MasterCard, переводом на счет, через систему PNR. Поэтому все у нас здесь абсолютно классно. И цель нашего клуба – менять жизнь к лучшему. Друзья мои, цель нашего клуба совершенно не в том, что мы продаем или распространяем круизы. Нет, друзья мои. Цель нашего клуба – изменить жизнь к лучшему. Путешествовать, создавать рабочие места себе и людям с уровнем заработка от 300 до 55 тысяч долларов в месяц. Напишите, пожалуйста, все ли понятно. Поставьте мне еще восьмерочки, если вам нравится все, что я говорю, и вы понимаете, о чем я говорю. Поставьте, пожалуйста, еще пятерочки те люди, кто еще не поставил мне эту пятерочку. Мне это важно, понимать, насколько вам все понятно. Если есть вопросы, готовьте их, пишите, я с удовольствием буду на них отвечать. И таким образом, друзья мои, давайте посмотрим на схему, чем мы тут занимаемся. У нас есть возможности. Возможности создания собственного бизнеса. При вкладе 100 плюс 195 долларов, 295 долларов бизнес на сотни тысяч. Бизнес с риском ноль, потому что заплатив один раз 295 долларов и очень постаравшись пригласить аж 5-6 человек из всего мира, вы возвращаете все свои средства. То есть, пригласив 5-6 человек, вы возвращаете, как я, 370 долларов обратно, у вас риска ноль. Это очень быстрый возврат вложенных средств. Это супер возврат вложенных средств. Если вы начинаете работать с командой, команда надо работать профессионально, с командой надо работать так, как сам все понял. И я, нет, сменить спонсора, к сожалению, нельзя. Вопрос этот встает очень часто, и не только у вас, а очень многих спонсоров менять нельзя, потому что так срабатывает система, система сетевого маркетинга. Итак, вы начинаете развивать свой бизнес, вы начинаете становиться лучше, чем ваш спонсор, если он вам не подходит. Вы начинаете прокачивать себя до такой степени, чтобы вы могли быть хорошим спонсором для своей команды. И если вы даете свои знания, если вы даете свои возможности своим людям, и вы выходите на тот уровень, вы можете даже обогнать своего спонсора. Ну и либо показать самому себе, что не в спонсоре дело, а дело только вас. Мы строим свою команду, мы начинаем ее развивать в ширину и в глубину, начинаем красиво зарабатывать все вот эти возможности, которые я сейчас вам нарисовала и написала. У нас есть безоплатный отпуск на 2400 в год, у нас есть продюсерские подарки по 250 за каждую пятерочку, у нас есть также быстрый старт, 2100 долларов в подарок, который мы красиво можем получить, и мы начинаем путешествовать. Это мое первое путешествие в апреле 2019 года. Две каюты, мама, дочка, муж, мы все уехали в путешествие абсолютно безоплатно. И на замечательном вот таком лайнере Месси Дивина совершили свое первое путешествие. Про него вы можете посмотреть, даже есть ролик на ютубе. Смотрите, это моя доченька, это моя мама. Все были довольны и счастливые. И я могу вам сказать, что если вы заходите в наш клуб, то одно точно возможно. Вы меняете свою жизнь к лучшему и начинаете верить в себя. Поэтому я исключительно рекомендую каждому из вас, присутствующему, понять сегодня, что вы в нужное время, в нужном месте. Но как быстро вы сможете быть в этом нужном месте в нужное время, и как быстро вы сможете здесь все понять и начать действовать, зависит только от вас самого, и никак не от того,
кто вас пригласил. Действуйте, друзья, работайте, совершайте правильные поступки. И мы вам всегда в помощь, потому что мы люди, наставники, которые работают с вами, иногда просто абсолютно от души, вот так, как сегодня. Мы готовы помочь любому человеку, неважно, он у нас или не у нас в структуре, обращайтесь. Я напишу и поставлю вам еще раз, те, кто меня не знает. Пожалуйста, мой Инстаграм, где у нас постоянно с командой проходят разные мероприятия. Также у нас есть ролики в Ютубе. Пожалуйста, заходите, смотрите. Если у вас есть возможность посылать людей в Германии, каждый четверг в Берлине, пол седьмого вечера у нас тоже презентация. С вами была я, Эль Франкфурт. Я сеньор-маркетинг-директор уже в компании Incruzus. Надеюсь на то, что моя команда со мной, мы придем дальше к нашему успеху. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня были здесь. И я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста, обращайтесь. Вы спрашиваете, можно ли сменить спонсора. Спонсора сменить нельзя, я уже это сказала. Можно ли продать, у нас никакие аккаунты не продаются. Я не знаю, кому вы пришли, откуда вы попали в Incruzus, но ваши вопросы нужно задать вашему наставнику в первую очередь. И если он действительно профессионален, он вам на это ответит. Если ваш наставник не профессионален, не может вам ответить, значит, найдите у вас в кабинете, есть возможность включить мои спонсоры в вашем профиле. В кабинете есть ваши спонсоры, все. Над вашим наставником откройте и обратитесь к вышестоящему наставнику с просьбой решить ваш вопрос и помочь вам. Потому что вы просто, может быть, еще не совсем сориентированы. И это, конечно, очень обидно. Если есть еще вопросы, с удовольствием на них отвечу. Пожалуйста. Сейчас слышно? Сейчас слышно? Я сказала о том, что каждый вторник в 9 утра по Германии, это 11 утра по Москве, я делаю свои презентации по вот этому кабинету. Запишите себе, запомните ссылку на кабинет, можете отправлять ваших друзей и знакомых, потому что я провожу эти презентации, в моем кабинете помещается до 500 человек, пожалуйста, обращайтесь. И всегда с удовольствием буду вам в помощь. Если мои презентации помогают, меня только радует. Друзья мои, у нас очень классный бизнес. Главное на него правильно настроиться и понять, что ты хочешь им заниматься. И надо этому уделять действительно много времени. И всех тех, кто будет вам говорить, что это все просто, это не просто. Но просто любой бизнес предполагает какое-то уделение либо средств, либо времени. В нашем случае, или от того и другого. В нашем случае здесь в основном только времени, потому что денег здесь не нужно много. 11 утра московского времени. Каждый вторник 11 утра московского времени. Я пишу о своих семинарах и о своих мероприятиях всегда в Инстаграме и Фейсбуке. Друзья, спасибо большое, будем закругляться. Я была очень рада здесь увидеть вас, услышать вас. Всего вам доброго и надеюсь, что вам сегодня моя презентация откликнулась. До свидания, спасибо вам большое.